В Малом зале администрации под председательством главы района Разифа Каримова состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. На повестке дня были рассмотрены вопросы итогов проведения ежегодной оперативно-профилактической операции «МАК», итогов работы по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, о состоянии наркозаболеваемости в районе. Сегодня на учете в районе состоит 513 человек. По распространению наркологического заболевания ниже республиканских и муниципальных районов. Но по отношению к смертности по отравлению к алкоголю мы занимаем 4-е место. На учете у врача-нарколога стоит 513 человек. С хроническим алкоголизмом 273, 54 – это пагубное употребление алкоголя, наркомания 54, профучет 132. По итогам оперативно-профилактической операции «МАК» в Заинском районе выявлено 3 очага произрастания дикорастущей конопли. Это деревня Поручиково, Александровская Слобода в районе Заинского элеватора. Основными каналами поступления наркотиков на территорию района остаются Альметьевск, набережная Челны, Нижнекамск. С начала года зарегистрировано 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено 14 уголовных дел. Также на комиссии были обсуждены вопросы эффективности оказания медицинской помощи и реабилитации наркозависимых лиц, проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.